Четыре команды, четыре круга. В распоряжении гандболисток целый сезон и 12 матчей. Претендентов на победу не так уж и много, а это значит, что в каждой игре важен результат. Четыре команды, значит, можно провести. Вот, поэтому, естественно, четыре круга играем. Уже друг друга знаем, уже по позициям, по всем. И каждая игра имеет значение? Каждая игра. Ну, понимаете, как вот мы сейчас тоже были в Бельцах, мы там тоже проиграли три мяча. То есть мы уже потеряли очки. Вот здесь, видите, мы здесь два, то получается у нас одинаковые команды. Каждая игра на весь золото, конечно. В первом туре тираспольчанки легко обыграли Фалешта, а Кишинев уступил Бельской академии. Так что на игре в Тирасполе гости готовились дать бой. Основные игроки в строю, скамейка запасных готова, да и тренер поставил задачу предельно четко. Результат превыше всего. Но и наша команда уступать не собиралась. Маша делает персонально. Кто-то из нас должен победить, помогать. В первые минуты матча тираспольчанки организовали отрыв в 5 очков. Молдавские гандболистки ответили острыми атаками и счет сравняли. Игра пошла мяч в мяч. Бойцовский характер проявила голкипер хозяев Влада Бевс. На перерыв соперницы отправились с одинаковым показателем 15-15. Я считаю, мы немного расслабились, почувствовали то, что мы ведем. Но нельзя этого допускать, так как команда опытная, сильная. Надеюсь, во втором тайме будет все хорошо и мы выиграем. Как голкиперу команды, вам сложно было? Очень, эмоционально очень сложно. Чуть голос не сорвало. Нападающие кишиневской дружины были настроены куда решительней. Что будем делать во втором тайме? Поднажмем и еще будем всех добивать, забивать и держать защиту. Я думаю, что сегодня победа будет за нами. Главное думать, смотреть и не сдаваться. Идти до конца всегда. Второй тайм и снова борьба на равных. Лидеры «Дюшор-1» Анна Маруха, Мария Каушан, Татьяна Аврамова пытались сделать все возможное. Но физических кондиций хватило ненадолго. Гандболистки из Кишинева выполнили обещание. Быстрые отрывы, контратаки и надежная игра в защите сделали свое дело. 29-26 в этом противостоянии победа кишиневского клуба. Как вы видели, за счет, будем так говорить, за счет отрывов, за счет у нас девочки две, которые убегают очень хорошо, и бойцы, вот я считаю, что плюс они, плюс вратарь помог, где-то не помог. Поэтому команды равные, но, как вы видели, разрыв небольшой, там 5 мячей это оставалось. Так что результатами доволен, но в целом есть над чем еще работать. Не хватило физически. Сейчас вот, что будем делать, как будем исправлять? Исправлять будем, у нас чемпионат только начался. Сейчас это у нас вторая игра. Впереди еще 2,5 круга. Так что будем справляться, будем стараться выздороветь в первую очередь. Итак, у соперниц по одному поражению. Далее у тираспольчанок серьезная игра с Бельской академией. Лидер пока не выявлен, так что главная интрига чемпионата еще впереди.